еще. Здорово, катаны. Mighty Hip выходит на связь. Как вы заметили, скорость выхода новых песен конкретно замедлилась, потому что мы заняты нашим гребаным альбомом, который на самом деле EP, который на самом деле будет выходить по одной песне. Скорее всего, фиг его знает, как будет на самом деле. Для тех, кто не сидит в ВК и правильно, в общем, делает, есть информация. Мы решили начать краудфандинг на Мику Кавера. Почему? Не то чтобы мы совсем бомжары, но все-таки жить на что-то надо, а эти кавера требуют достаточно много времени. Согласно... Провели голосование в ВК, и у нас выявилось три победителя. Это Стигмата, Сентябрь, Гроб. Какая-то 10-минутная песня, я забыл уже. И, по-моему, еще... и самое наше главное, это Альянс. На заре. Скажем так, победитель конкурса зрительских симпатий. В общем, все, кроме Гроба, вышло, ставится на краудфандинг по 6 тысяч. Откуда такая цена? Цена такая, потому что все это складывается из разных составляющих, типа перевода, типа накладывания текста на Мику, ну и прочие эти радости, типа сведения и создания визуального ряда. Нас не один человек. Часть народа вы видали в предыдущих видео. Как вы можете уже догадаться. В общем, это такой маленький, не знаю, оповещение. Кампания будет проводиться по 6 августа. Самый главный момент. Мы начинаем работу над этими каверами. Да ядрить твою мать. Мы начинаем работу над этими каверами, когда на них будет уже собрано порядка 70% от суммы. Сейчас навскидку не скажу, кто уж конкретный гуманитарий. А когда будет собрано 100% от суммы, мы, как только можем, весь результат выложим. Пардон за такой сумбур, ни хера не выспался, потому что с работы. В общем, цель 6 тысяч, 10 в случае Гроба. А все остальное, ну, потом посмотрим, куда деть. Там решим, опять же, наверное, голосованием или чем-то рядом. В общем, надеемся на нашу к нам благорасположенность. И все. Надо деньги собирать, жрать не на что, зарплату задерживают, все, короче.